Меня зовут Лавринович Юлия. Меня Хоркина Инна. И сегодня мы продолжим наши встречи психологические. И сегодняшняя тема вебинара нашего, она связана с эмоциями. Мы вот с Инной долго думали, да, про что же мы можем поговорить в мае, да, что же будет актуальным и хорошим для нашей беседы. И глядя на то, как распускаются листья, цветы, да, такое жизнь наполняет. Поэтому захотелось поговорить об эмоциях. Что это живое, да. Да, это то, что наполняет нашу жизнь и делает ее живой, подвижной. Иногда это бывает и бурей, бушующей, но, в общем, так же, как и в природе. Да? Поэтому мы остановились именно на этой теме. И сегодня будем говорить об эмоциональном интеллекте и о том вообще, как его развить. И традиционно мы начнем с метафоры. Я сейчас, да, такую, прочитаю небольшую метафору, и мы поговорим, как она связана с нашим вебинаром. Итак, в старинной японской сказке говорится, как один воинственный самурай как-то раз потребовал от учителя дзен: «Объясни мне, что такое рай и что такое ад». Но монах презрительно ответил: «Ты всего лишь неотесанный мужлан, я не могу попусту тратить время на таких, как ты». Почувствовав, что его честь задета, самурай пришел в ярость и, выхватив из ножен меч, крикнул: «Да, я мог бы убить тебя за твою дерзость». «Это и есть ад», — спокойно молвил монах. Пораженный тем, насколько точно определенно овладевшее им бешенство, самурай успокоился, вложил меч в ножны и с поклоном поблагодарил монаха за науку. «А вот это рай», — сказал монах. Самурай внезапно осознал свое возбуждение. Такова принципиальная разница между пребыванием во власти эмоций и осознанием, что она ведет куда-то не туда. Вот как и в этой притче, да, про что мы сегодня будем говорить, о чем она нам говорит, что, во-первых, на эмоции других можно влиять. Вернее, наверное, даже во-вторых, да? Да. Во-первых, эмоции можно осознавать, да, и это большое такое дело, да, это очень важно. А во-вторых, эмоциями можно управлять как своими, так и другими. Но обо всем по чуть-чуть, да, не будем сразу. Да, обо всем по порядку, не будем раскрывать все тайны. Все тайны. Ну, давайте для начала посмотрим на автора теории эмоционального интеллекта, на Даниэля Голмана. Вот мы приводим на слайде его цитату. Он говорит, что, по сути, у нас два ума. Один думает, другой чувствует. Mm-hmm. И вообще в своей книге об эмоциональном интеллекте, которая была выпущена по всему миру огромными тиражами, и, в общем-то, он является основоположником теории эмоционального интеллекта, он говорит о том, что представление об интеллекте как о некой такой генетической заданности, оно ошибочно. Mm-hmm. Да, и ошибочно полагать, что, в общем-то, вот с чем ты родился, да, с каким интеллектом, вот так ты по жизни пойдешь. При этом он, говоря об этой ошибочности, он имеет в виду именно умственные способности, mm-hmm. да, когнитивные. Да? И он говорит, что это слишком просто, да, если бы у нас был интеллект. И одновременно он говорит о том, что очень большое значение на нас оказывают не только когнитивные способности, но и наши эмоции. И тогда он говорит, что по сути у нас действительно два ума. Да? Один mm-hmm. думает, другой чувствует. И мы можем развиваться. Это, наверное, такой центральный. Да, и помимо этого он еще говорил про успешность, да, вообще вот, что успех не всегда определяется только рациональным интеллектом, да, хотя это, безусловно, важно, да, он ни в коей мере не снижал значимости такого интеллекта, да, про который мы привыкли mm-hmm. говорить и думать. Но также говорил, что и проводились исследования, да, на тему того, что успешность не всегда определялась только рациональным интеллектом, а зачастую успешными оказывались люди, у которых хорошо развит эмоциональный интеллект, да, которые могут хорошо управлять собой, мотивировать себя, хорошо осознавать себя. И все это хорошая новость в том, что, да, что это, вот, как Инна уже сказала, развивается на протяжении всей жизни. То есть это не является какой-то заданностью, предрасположенностью, на которую нельзя повлиять. Это большой плюс. И давайте немножечко вот про эти два ума
да, сейчас поговорим. Вот перед вами сейчас картинка, да, два мозга, два ума. Ну, на самом деле, два полушария, да, наверное, можно так сказать. Да, конечно. И многие уже, наверное, знают, да, что правое полушарие у нас отвечает за эмоции, а левое за такую, за логику. Вот. И если, ну, вот, и у каждого полушария есть свои задачи, да, и свои какие-то здесь правила, да, по которым происходит, да, там, действия внутри, вот, а также они как-то сочетаются, соотносятся, да, между собой, взаимодействуют. Вот эмоциональное, полушарие, эмоциональный мозг, так называемый, да, это, ну, такой, работает в режиме чувствования. Эмоции вообще очень важны в жизни человека, они питают рациональный ум, воодушевляют, вообще оживляют, нас делают живыми, но помимо этого эмоциональный мозг нам нужен в тех ситуациях, когда нам надо быстро на что-то отреагировать, когда нет времени, да, вот рациональный мозг такой более медленный, да, там такая, пока произойдет какая-то переработка информации, да, на это нужно время. Но если, например, нам что-то угрожает прямо сейчас, нам, у нас нет на это времени, да, и тогда нам на помощь приходит эмоциональный мозг. Он отвечает за быстрое возникновение вот эмоций, да, и интенции что-то сделать с этим, такой очень быстрый, реактивный. Да, и, кстати, социобиологи, они же говорят, что, опираясь уже на многолетние исследования, они говорят, что, в общем-то, в ситуациях остроты, как ты говоришь, да, нам действительно одного рационального мозга мало, потому что мы не успеваем так быстро когнитивно обработать то, что произошло, да, и тогда нам нужна такая движущая сила, да, иногда некогда думать о том, что нужно сделать, нужно хватать себя за ноги и убегать. Да, убегать. Да. Или защищать себя, да, например, тоже может быть важным, и нужно быстро принять это решение. Да. Да. Но... Теория эмоционального интеллекта была впервые увидена и узнана миром благодаря Даниилю Голману, который ее развил. Да, он развил, но опирался он на исследования. На исследования, которые проводили в области нейробиологии, психологии, ученые. Да, он такую, да, свою теорию опирал на эти исследования. Да, и он, в общем-то, говорил о том, что ошибочно весьма представление, когда мы рассматриваем интеллект как нечто заданное, да, и речь идет об интеллекте как о познавательной сфере, да, речь идет о когнитивных способностях. И относиться к нашему интеллекту, да, к нашему мозгу, да, как только к познавающей структуре, которая задана нам от рождения, это несколько ошибочно.
И вот он утверждал, что большое значение для нас еще имеют и эмоции. И в частности, вот он говорил, что по сути у нас два ума. Да? Да, один думает, а другой чувствует. Причем вот этот второй ум, да, ну даже не второй ум, да, то, что называется эмоциональным интеллектом, говорил Голум, что вот именно это связано больше с понятием успеха, да, что вот интеллект рациональный не всегда настолько, да, такая прямая дорога к успеху, а вот именно эмоциональный, во-первых, за счет того, что его можно развивать всю жизнь, да, это такая хорошая новость для нас, да, это, здесь нет заданности. Вот. Во-вторых, действительно, когда человек умеет хорошо себя осознавать, управлять собой, своей мотивацией, да, тогда больше хорошо понимает других людей, да, может как-то влиять, а, соответственно, у него больше шансов быть успешным. Вот, поэтому такое, ну, такая тема очень важная. Мы сейчас про эти два мозга, наверное, еще поговорим немножко, да? Вот у нас есть такой слайд здесь, да, здесь два мозга, но не два мозга, два полушария. И одно полушарие у нас, это, наверное, многие знают, да, правое отвечает за больше за эмоции, а левое за логику, за когниции. Вот. И при этом эти два мозга, два полушария, они взаимосвязаны друг с другом. Нам нужно как то, так и другое. И, например, в ситуациях какой-то повышенной опасности, да, или вот какой-то внезапной ситуации, сложной ситуации, эмоциональный мозг нам очень важен. Нам важно быстро на эти ситуации отреагировать. Рациональный ум, так называемый, да, он более долгий. Он там, да, такой целый процесс, да, рассмотрения происходит. Это очень долго в ситуации, когда, например, надо быстро среагировать на какую-то опасность, либо убежать, либо защитить себя. Да, тогда нам на помощь приходит эмоциональный ум, да, здесь возникают эмоции и интенции, да, такие первичные реакции, да, следующие. Да, потому что сама эмоция, она запускает нас, да, и каждая конкретная эмоция, она нас побуждает к определенному действию. И это действие бывает иногда просто абсолютно необходимо, да, для того, чтобы отреагировать и быстро выполнить какое-то действие. Да, но если только мы, если у нас был только эмоциональный такой, да, ум, то мы бы только были такими реактивными, да, вот говорят иногда, человек очень реактивный, когда он быстро, у него сразу, да, вот возникает первый эффект, да, такая эмоция, и он сразу быстро выдает какое-то действие, но это может натворить много дел, да, и может быть много нехороших последствий. Здесь нам нужен рациональный ум, он облагораживает наши эмоции, а в некоторых ситуациях он даже может запрещать их проявление. Да? То есть здесь вот появляется такая сторона влияния. В эмоциональном интеллекте нам надо и то, и другое. Нам нужны и эмоции, да, и рациональное, да, постижение этих эмоций, их понимание, распознание и, собственно, влияние. Да? Я либо разрешаю, либо запрещаю, либо выбираю какую-то форму, в которой я эту эмоцию выражаю. Нужно и то, и другое. Да, ну и, конечно, здесь важно отметить, что, безусловно, вот есть закономерность, она уже научена, так установлена, в общем-то, это такая данность, да, что когда одно полушарие доминирует, например, мы находимся во власти сильной эмоции, второе немного, ну, ходит на задний план, да, и действует чуть меньше. Или наоборот, да, когда мы находимся в режиме постижения, например, осваиваем новый навык, да, мы очень сфокусированы, и там действительно эмоции немного притухают, потому что мы сфокусированы и находимся в таком когнитивном процессе очень активно. Иногда, кстати, когда мы пребываем в такой задумчивости, кто-то смотрит на нас, да, и думает, что мы так эмоционально отстранены, может быть. Да, наше лицо может выдавать, да, такую какую-то холодность даже. Потому что эмоции, да, немножечко отходят на задний план. Да, и вот, кстати, наверное, тоже важно сказать, Инна как раз мне рассказывала об этом, что во время обучения, да, например, важно включать и тот, и другой мозг. Да? Например, да. Вы слушаете какой-то материал, лектор рассказывает вам, задействован рациональный ум, да? Но вот он пошутил, да, по теме, например, на лекции. И эта информация, как правило, когда появляется эмоция, эта информация лучше запоминается. Да? Это вот еще про то, как эмоциональный ум помогает рациональному. Да? Да. Так, ну что, мы пойдем дальше. И сегодня мы предлагаем вот такие темы, да, и пойдем в следующем порядке. Для начала, ну, как обычно, да, мы идем в своей структуре, поговорим про определение, просто сразу на входе определимся,
с тем, чем будем оперировать, чтобы говорить на одном языке. Да? Рассмотрим базовые эмоции, психология их выделяет. Мы просто их рассмотрим, чтобы понимать, о чем вообще идет речь и чем мы оперируем. И посмотрим на словарь чувств, он очень большой и обширный, это даже очень интересно иногда бывает, насколько богата у нас палитра у нашего эмоционального мозга. Предложим вам тест на уровень эмоционального интеллекта, который можно будет пройти и посмотреть вот на входе. Да, а что у меня есть вот в данной точке сейчас? Дальше мы поговорим о структуре вообще эмоционального интеллекта по теории Гоумана, о которой мы сегодня уже говорили. И, как вы видите, в структуре вебинара дальше идет на 4 квадранта. То есть это вот как раз-таки следует этой структуре. Мы рассмотрим каждый из этих квадрантов. Сейчас, наверное, мы не будем прям перечислять, да, мы подробнее там, когда мы дойдем до этой структуры, да, на каждом квадранте остановимся и поясним. Но если в целом, да, то мы будем рассматривать теорию в связи с каждым квадрантом, мы будем давать какие-то рекомендации, как развивать способности, связанные с этим квадрантом, и будем предлагать какие-то иногда небольшие упражнения, которые помогут в этом развитии. Да. Ну и что, идем тогда к определениям, да? Начнем с определения эмоций, да, поскольку это вот ключевое, да, чем мы сегодня будем оперировать. Эмоции – это отношение человека к миру, к тому, что он испытывает, делает в форме непосредственного переживания. Ну, так нам говорит психологическая энциклопедия. И любые определения эмоций, которые вы не откроете, они будут близки к этому определению. Это в целом такое чувственное переживание в отношении того, с чем человек сталкивается в мире. Также стоит тогда сказать о чувствах, потому что иногда, например, в быту мы часто путаемся, да, мы говорим, я чувствую или у меня тут такая эмоция. В чем, собственно, разница? Да? Очень часто возникает такой вопрос. Вот чувство – это высшая форма эмоционального отношения человека к предметам, к действительности. И вот она отличается уже относительной устойчивости. То есть чувство более устойчивое и более обобщенное. Оно связано с ценностями, с потребностями, которые есть у конкретного человека. Да? То есть если их сравнивать, да, на весах эмоций и чувств, то чувство – это уже что-то более переработанное, да, более стабильное, более устойчивое и продолжительное во времени. Вот. Важно еще упомянуть, да, что есть такое понятие, как эмоциональное состояние, то есть оно больше связано уже с фактической ситуацией и с каким-то определенным моментом времени. Вот. Если дословно, определение звучит так. Переживание человеком своего отношения к окружающей действительности и к самому себе в определенный момент времени, относительно типичные для данного человека. Также есть еще, словарь нам дает определение настроения. Это преобладающее и устойчивое состояние чувств, которое в крайней степени может доминировать во внешнем поведении и внутреннем состоянии индивида. Да, ну и уж коль мы в определениях, да, и двигаемся дальше в эмоциях, наверное, стоит еще упомянуть два определения. Мы их не стали здесь, да, выносить на слайд, но считаем важным об этом сказать. Да, это понятие рефлекса и понятие инстинкта. Да, очень часто можно услышать, что «О, это я рефлекторно так отреагировал». Да? Но все не совсем так. Да? Потому что если посмотреть на рефлекс, да, рефлекс – это такая автоматическая реакция на раздражитель. И рефлекс происходит без когнитивной обработки. А как мы только что видели на предыдущем слайде, да, у нас есть два полушария, и когнитивно мы обрабатываем все же, да, поэтому рефлекс здесь, ну, вряд ли можно использовать это понятие, да, и говорить, что я так рефлекторно там отреагировала. Все не совсем так, да. Ну, и инстинкт тогда стоит упомянуть. Ну, вот инстинкт – это уже такая более сложная форма поведения, да, но она основана как раз-таки на воздействии в большей степени гормональных изменений в организме. И вот и рефлекс, и инстинкт, я думаю, ты со мной согласишься, это больше к животным, да, относится. Но если, особенно если говорить о мотивационной, да, такой опоре. Но если посмотреть на человека, то человека все же в основе мотивационной схемы, да, лежит такое побуждение. И это побуждение
чистой воды эмоций. Даже когда мы говорим о такой реактивности, да, например, то, что мы в психологии говорим, психодинамика, да, человек такой психодинамичный, он быстро реагирует, но так или иначе там возникает, да, сильно задействуется именно эмоциональный такой мозг, да, и реакция следует уже за аффектом, да, просто так. Да, не просто как генетическая память, да, не просто как какой-то рефлекс, как это телесная реакция. Там есть эффект, там есть эмоции. И вот если такое определение, да, тот же эмоционального интеллекта, мы так уже к нему шли, много уже на самом деле, наверное, да, что-то про эту тему сказали, но если собрать, эмоциональный интеллект – это способность осознавать свои эмоции, генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, понимать эмоции и то, что они означают, а также управлять ими таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному, интеллектуальному и профессиональному росту. Вот это такая способность, да, которую мы можем развивать. Вот ключевое еще, да, чтобы здесь я добавила, что это способность, вернее, за этой способностью еще такой целый комплекс способностей, да, развивая который, можно развивать эмоциональный интеллект на протяжении всей жизни. Ну и для начала, наверное, стоит посмотреть на базовые эмоции, которые психология все же выделяет. Да, но тем не менее, есть разные теории. Да, мы взяли здесь как опору эмоции, которые выделяет американский психолог Изард. Вот. Но также смотрели еще тоже похожий список, кстати, есть у Пола Экмана, который даже там развивал целую теорию лжи, да, как понять, что человек лжет, как, конечно же, да, с опорой на эмоции. Вот если мы посмотрим на базовые эмоции, они плюс-минус очень похожи в разных теориях. Это эмоции интереса, да, когда я чувствую такое побуждение, радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, смущение, стыд и вина. Вот они являются базовыми, да, ну вот то, от чего можно оттолкнуться. И порой даже очень важно посмотреть, да, на этот список, потому что, ну, часто я в работе непосредственно, да, сталкиваюсь с тем, что когда спрашиваешь, а что вы сейчас чувствуете, иногда возникает такой вопрос, а я не знаю, да, потому что иногда это очень сложно описать. Вот, ну и для того, чтобы еще так продвинуться в этом, да, вот мы здесь для вас привели целый словарь чувств. Вот этот словарик мы взяли из такого подхода, да, как арт-терапия. И вообще считается, что чем больше у человека развит эмоциональный интеллект, да, тем больше всяких нюансов и оттенков чувств он может как-то уловить, определить, да, отличить. Мы не будем сейчас все зачитывать, да, здесь такие собраны 4 категории, а в них много-много разных оттеночков. Вот этот словарик может помочь вам дальше, когда мы будем рекомендовать упражнение такое, да, на самоосознанность. Нужно им пользоваться для того, чтобы как можно более... Чем больше мы деталей таких улавливаем, чем больше мы дифференцируем эти оттенки, тем лучше развивается наш эмоциональный интеллект. Хорошо это делать просто. Мы предлагаем вам попробовать пройти тест на уровень эмоционального интеллекта и посмотреть, как сейчас этим обстоит, да, потому что, ну, мы уже говорили о том, что это не нечто заданное, зафиксированное на всю жизнь вот так. Да, это то, что можно развивать, поэтому результат, который вы получите, да, по сути дела, позволит вам увидеть вот ту точку, да, такую, как это сейчас обстоит, но и понимать, что можно развивать. Да. Здесь будет 10 утверждений, в котором вам будут предложены высказывания, вот, которые будут как-то отражать ваши стороны вашей жизни. Вам необходимо поставить галочки напротив утверждений, исходя из того, как вы оцените свои ответы. Но мы сейчас на этом не будем останавливаться. Вебинар останется в записи, вы сможете всегда это пройти. 10 вопросов и ключ к тесту, где вы можете увидеть, насколько у вас развит эмоциональный интеллект. Да? Ну, авторы выделяют 3 уровня: низкий, средний и высокий. Но не любой из них, даже низкий, не ключевой показатель, это то, чем можно оттолкнуться. Да, ну это, да, да, вот еще раз, это не какая-то оценка, вот, вот это так и так на всю жизнь. Как раз этот тест хорошо было бы пройти. А дальше, да, вот следуя за нашим вебинаром, уже посмотреть на те конкретные какие-то такие способности, да, потому что какие-то могут быть развиты хорошо,
а какие-то чуть похуже, да, и тогда можно посмотреть, за счет каких способностей можно подрастить этот показатель. Вот. Ну, дело даже не в показателе, да, в каком-то таком способности в жизни, да, сюда. И вот сейчас мы с вами уже будем переходить как раз к структуре эмоционального интеллекта, которая соответствует вот как раз теории Дэниела Голлмана. И вот здесь вы видите такую табличку перед собой и 4 квадрата. Вот я начну, наверное, да? Да. Именно продолжу, да, вот начнем с первого квадранта. Это самопознание, такое самоосознавание, да, что здесь важно, что человек, прежде чем вообще чем-то управлять, прежде чем на что-то влиять, нам важно хорошо осознавать себя и то, что с нами происходит, и свои эмоции. Если у нас это уже довольно хорошо выходит, то мы можем перейти ко второму квадранту и способностям, связанным с управлением собой. Вот. И это такие вот два первых квадранта, они ну, так вот, да, относятся к внутренним, к личной компетентности. Да, если поговорить уже ко внешнему, да, и, ну, можно назвать это социальной компетентностью, да, так это называет сам Голлман, то это третий квадрант, да, осознавание состояния других. И вы видите, есть стрелочки, да, они такие вверх и вниз, да, из первого в третий квадрант, да, вот осознавая себя, я могу легче осознавать состояние других. И наоборот, осознавая состояние других, я могу обращаться к себе и себя спрашивать, а как у меня так, с этим? И вот если я уже ну, вот прошел практически все 3 шага, я себя могу осознавать, свои эмоции могу понимать, прислушиваться к себе, я могу управлять собой, я могу осознавать состояние других. Вот на основании этого я уже могу тогда формировать эффективные отношения. Да, и здесь мы уже переходим к действиям, да, и вы видите, в таблице указаны виды активности, да, которые необходимы для этого. Для первого и третьего квадранта нам нужны чувства и непонимание, да, для того, чтобы чувствоваться в себя, в человека, который со мной в диалоге, например, находится, да, нам нужно именно чувствовать и понимать, да. Опять, да, оба полушария и чувствуем, и понимаем, да, и логическое, и творческое, да. Mm-hmm. Ну, а для того, чтобы быть успешными во втором и четвертом квадрантах, нам нужны непосредственные действия. То есть, если я управляю собой, ну, понимать, как я могу управлять собой и что, и конкретно что-то сделать для себя. И также конкретные шаги предпринимать для формирования эффективных отношений. Ну, мы, наверное, двинемся дальше и будем последовательно двигаться по квадрантам, да, подробнее. Вот, да. И вот да, еще раз, первый квадрант – это такая способность человека понимать, какие существуют эмоции у самого человека, различать их между собой, дифференцировать очень тонко, да, и также осознавать, какие импульсы следуют за этими эмоциями, какие интенции, да, куда, собственно, меня эта эмоция влечет, ведет, да, каких она от меня требует действий. А вот невозможно же управлять тем, о чем ты не имеешь представления. Да? И на самом деле, чем больше в опыте человека таких хороших разговоров, например, если в детстве у человека вот такой значимый взрослый, который говорил с ним о чувствах, показывал ему, да, называл его чувства, ну, таким людям проще, да, но это не значит, что невозможно, если это было не так, не значит, что невозможно развить это сейчас. Важно заниматься развитием этой способности, особенно если вы замечаете, ну, такую у себя склонность к такому эмоциональному вытеснению, да, что вот эмоции так держитесь на дистанции. Вот, помимо развития эмоционального интеллекта, осознание эмоций человеку позволяет также лучше понять свои потребности, а также избавиться от психосоматических симптомов, да, то есть это когда уже какие-то переживания человека влияют на его тело, да. Соответственно, если человек осознает свои эмоции, понимает, принимает,
то тело это разгружает, да, и у нас еще, ну, такой еще хороший эффект, да, меньше мы склонны болеть, да, тело меньше болеет, ну, психосоматика, то, что называется психосоматика, да, психосоматический. Да, но и действительно, да, я здесь вот как-то очень мне это понятно и близко, потому что иногда бывает, когда ты рассержен, можно сказать, ох, как я сейчас сержусь, и даже от этой формулировки, да, вот ты осознал, и даже проговорить это, сказать, я сейчас... Как-то в школе я столкнулась с тем, что учительница у нас была рассержена, выйдя из кабинета директора, она сказала, ух, сейчас пойду поставлю 5 двоек, успокоюсь. И то, на какую эмоцию она это сделала, да, я думаю, что ее разрядило. Добежав до кабинета, двоек-то там уже не было. Ну да, это уже такая часть разрядки, да, а действительно это бывает проблемно, да, и вот этот, мы с сыном это знаем не понаслышке, вот, в связи с нашим опытом консультирования, очень часто люди, когда задаешь им вопрос, а что ты чувствуешь в этот момент, да, человек говорит, не знаю, или говорит, нормально себя чувствую, да, вот, хорошо или плохо, да, вот такая очень первичная дифференциация, да, такая очень поверхностная. Вот, а за этим хорошо или плохо, столько разных нюансов может быть, да, которые очень много человеку потом объясняют про него самого, почему он так или иначе повел себя в этой ситуации. Ну, давайте посмотрим, собственно, как нам вот это самоосознание развивать, да, и что нам здесь поможет. Да? Значит, мы предлагаем следующие рекомендации. Да? Ну, во-первых, важно тренироваться в обращении к своим чувствам. Да? Вот мы уже сказали, что вообще важно к ним обращаться, но важно и тренироваться. Да? Ну, рекомендация очень простая. В течение дня как можно чаще вы можете себя спрашивать в разные моменты, а что я сейчас чувствую? Да? И это правда может быть сложным, да, мы здесь будем честны, да, но тогда вы можете воспользоваться словарем, да, и вот этими всеми тонкостями чувств, да, которые мы предлагаем вам, и посмотреть, что близко мне из того, что, вот, например, перечислено. И со временем вот это может привести к тому, что вы сможете легче дифференцировать эмоции и различные их оттенки. Ну, бывает так, что сразу к чувствам трудно обратиться. Вот, и тогда мы рекомендуем начать развивать вот эту способность, вообще предваряющую способность к обращению к чувствам, вообще способность к обращению к себе. И проще нам иногда обратиться не к чувствам, а к ощущениям в теле. Это более нам привычно, понятно, а при этом способность к обращению тренируется. Тогда мы рекомендуем в течение дня прям спрашивать себя, какие ощущения есть в теле. Это может быть там холод, озноб, покалывание в пальцах, напряжение в какой-то части тела или, наоборот, расслабление, дыхание, как я дышу, да, вот все, что происходит в теле, мы за счет этого тренируемся таким внутренним взором смотреть на себя. Ну и, кстати, вот ведь каждая эмоция, она как печать, да, на нашем теле, да, например, когда мы боимся или нам страшно, мы обычно зажаты, да, у нас бывает... Либо сбитое дыхание, да, мы такое поверхностное дыхание, да, либо вообще замираем, не дышим, да, могут быть сжаты руки, да, в кулаки, напряжение вот буквально во всем теле, да, либо в части тела, да, скованность такая. И вот так каждая эмоция, она оставляет свой след, да, ее можно очень четко по телу определить. И вот так, обращаясь к телу, да, вот таким обратным способом, действительно, можно легче попасть к собственным чувствам и эмоциям. Ну да, также важно отличать чувства, тоже очень часто путают, это вот тоже в моем опыте консультирования, очень часто, когда спрашиваешь человека, а что ты чувствуешь, а человек начинает говорить, и это так логично для него, кстати, так интересно, да, не про чувства, а про то, что он думает по этому поводу. Либо вообще говорит не про себя, да, а про интерпретацию, вот что другой сделал, да, для того, чтобы я себя так чувствовал, но перескакивая через собственное чувство, а именно собственное чувство ведет к пониманию даже причин, да, иногда проще разобраться с какой-то ситуацией, понимая свои чувства и момент, когда они возникли, что очень важно. Да, но здесь вот в этом пункте, да, на что обращаем внимание, это разделить. Вот прям, если вы спрашиваете себя про чувства, а не отвечаю ли я себе про мысли, да, а не интерпретирую ли я сейчас, а не говорю ли я, например, о своих ожиданиях, да, не о том, что я
чувствую на самом деле, а о том, что принято чувствовать в этой ситуации, вот еще так бывает, да, человек, ну как, ну, наверное, я тут злюсь, да, потому что вроде бы как тут принято злиться в обществе, например, да, или там бояться. А есть ли у меня это чувство на самом деле сейчас? Ну, и также стоит сказать, что если вдруг вы у себя вот в процессе такого исследования тела, да, обращения к собственным чувствам, обнаружили у себя чувство, да, которое не соответствует ситуации. Ну, например, вдруг я иду по парку, светит солнце, чудесная погода, а я вдруг обращаюсь к себе, обнаруживаю себя, ну, например, в состоянии тревоги и такого возбуждения, да, что беспокойство какое-то. Тогда очень важно не отмахнуться от этого и не сказать себе, да ладно, брось ты, все же хорошо, да, смотри, какой чудесный день, какое солнце яркое. Важно как раз-таки вот здесь остановиться, замедлиться и спросить себя, а с чем связано это чувство, отмотать день назад, да, спросить в ответ, на какую реакцию возникло, потому что чувство остается, и ну, отмахиваться от него не является таким хорошим действием. Да, особенно вот в наше время, когда информационный поток такой очень серьезный, да, существенный. Вот что-то проскочило, кто-то там из тех 20 сообщений, которые вы заполнили, получили, да, какое-то одно, которое вылетело из головы, но там осталась тревога, да, в связи с этим. Тогда хорошо туда вернуться и разобраться, может быть, в этой ситуации и не нести это с собой дальше. Ну, и еще немного углубимся, да, и предлагаем вам следующее упражнение, которое также позволит тренировать самоосознанность. Да, такое очень простое. В процессе самонаблюдения, встречаясь с разными людьми или в течение дня, попытайтесь зафиксировать ответы на 5 вопросов. Да, вот сначала смотрим на внешнюю зону. Я вижу что? Вот прям фактически описать, что я вижу, не привнося еще туда ничего. Вот прям вот такая фактичность и не более. Да, затем подключаем зону разума. Я думаю, что или мне кажется, что в отношении того, что мы видим. Да? Затем подключаем зону тела. Я ощущаю в теле. И прям перечислить, что ощущаю. Потом опять подключаем внутреннюю зону. Я чувствую что, и обращаемся к своим чувствам. И уже тогда переходим к зоне действия. Я действую вот так, да? Да, причем здесь можно отследить какие-то свои спонтанные. Вот на этом этапе самоосознанности мы можем отследить, вот что возникает спонтанно. Может быть, даже можно разобрать так какие-то ситуации, которые уже были, да, вот в которых вы не очень там, понятны себе, да, почему вы как-то так отреагировали. И прям разложить эти ситуации вот по этим пунктам. Это тоже будет очень хорошей тренировкой. То есть в моменте иногда действительно трудно, то есть, вот это все сразу ухватить. Тогда можно потренироваться уже на случившихся ситуациях. Это правда может быть сложно, потому что когда ты находишься в диалоге, ты не можешь сказать собеседнику, так, подожди, сейчас я отвечу на 5 вопросов, которые порекомендовали психологи на вебинаре. Да, ну так или сразу, да, после ситуации попробуйте разобрать. Вот. И после того, как вы это проделаете, там проведете такой день или два, или неделю даже, да, такого самоанализа, вот проанализируйте, насколько легко вам разделять вообще вот эти вот, да, факты, мысли, чувства, действия. Насколько вы осознаете свои реакции и причины. И дальше продолжайте тренироваться, особенно в тех зонах, где это вызывает затруднения, уделите им особенное внимание. И мы тогда идем дальше, мы переходим к следующему квадранту, это второй квадрант, это управление собой. Вот когда мы первый этап уже прошли, и мы осознали, вот я сейчас чувствую, не знаю, гнев, да, я злюсь, например, да, или мне страшно. Вот мы можем переходить к управлению собой. Управление собой – это умение оценить себя и свои эмоции и влиять на свое эмоциональное состояние. И ну, мы уже много сказали о том, что чувства важны вообще для нашей жизни, да, и мы благодаря им чувствуем себя живыми. Мы можем переживать что-то хорошее, но у каждой медали есть две стороны. Да? Мы благодаря чувствам, мы чувствуем и хорошее, и неприятное. Да? Всегда есть и то, и другое. Да, но заметим, когда мы даже чувствуем неприятное, не значит, что бывают плохие чувства. Да? Чувства неплохие, чувства, они нас предупреждают. Да? Например, страх об опасности, злость о необходимости защищаться, грусть. Она вообще очень важна, она дает возможность прожить утрату. Прожить утрату чего-то ценного.
Вот, но так, это мы немножечко так вступление, когда эмоции важны. Да. Но мы обязательно должны понимать, распознавать, учитывать их, да, знать про них. Но также важно понимать и то, что они не являются основой для решений. И они не управляют нашей жизнью. Управляем своей жизнью мы. И несем ответственность мы, в том числе и за то, как мы с этими эмоциями обходимся, как мы их в жизнь, да, вот, воплощаем, наши эмоции. За это мы отвечаем. Потому что если мы вот только будем, да, эмоции, реакция, то очень много может быть разрушено, например, ценно, да, например, каких-то отношений, да, и это наша будет уже ответственность. Мы не можем зачастую, ну, вообще, в принципе, да, поменять свои эмоции мы не можем. Мы можем поменять поведение, какое-то действие, это то, на что мы можем оказывать влияние. Поэтому, когда мы говорим про управление собой, мы не говорим про то, чтобы поменять эмоцию. Эмоцию можно только осознать, об этом мы говорили. А дальше мы можем принять решение, что мы будем фактически делать. Вот, да, про это мы будем еще сейчас говорить. Вообще, какие способы есть обхождения с эмоциями? Ну, во-первых, можно, конечно, разрядиться через двигательную активность, да, очень простой способ, да, кто-то просто бегает, это может быть спортивные игры или спортзал, да, можно рвать бумагу или бить подушку. В Японии даже есть целые кабинеты оборудованы, где можно побить нарисованного начальника, да, вот. Но, как считают специалисты, вот большая часть гнева накапливается в мышцах плеч, в верхней части рук и в пальцах. Ну и тогда такая двигательная разрядка, она, правда, может быть сиюминутно, вот прямо сейчас, чтобы снять это напряжение, она может быть полезна. Mm-hmm. Да? Вот. Но иногда бывает важно просто даже поделиться чувствами с друзьями, просто сказать о том, что ты переживаешь. Это бывает даже более действенно. Также хорошо использовать дыхательные техники. Мы на предыдущих вебинарах о них достаточно много говорили. Да? Например, в ситуации тревоги очень хорошо в моменте работает дыхание. Да? Мы снижаем, оно просто влияет, меняя свой ритм дыхания, мы влияем на мозг вот, и на выработку нейромедиаторов определенных. И снижаем тревогу. Это действительно так и действительно работает. Также помогает счет до 10. Что он дает? Он дает паузу, дает дистанцию, разрывает вот эту быструю связь, эмоция, реакция. Да? То есть мы останавливаемся, считаем, даем себе время, чтобы рациональный мозг смог подключиться, да, и начать свою более долгую, но очень важную работу. Есть еще способ подавить в себе эмоцию, да? Постараться никак не выказывать ее. Но надо понимать, что это такой способ, он работает всю минуту, но бывает, надо себя схватить прям, да, за хвост и не дать себе что-то такое, какую-то быструю реакцию выдать. Но главное потом все-таки вернуться к этому и разобраться с этой эмоцией, потому что подавленные эмоции могут наделать очень много бед. Очень интересная формулировка, кстати. Подавить можно и подавиться. Ну, вот, ну, да. Если всегда подавлять, да, можно и подавиться. Да, это очень аккуратно с этим. Да, ну и можно выплеснуть эмоцию на своих родных и друзей, но мы тут вам в скобочках написали, обратите внимание, это может быть разрушительно для ваших отношений. Ну вот, кстати, это два полюса, да, можно подавить, да, вот один полюс подавить, вот просто подавил, все, я сейчас рассердился. Хорошо ли это в моменте? Ну да, я никому не дал нос, никого не травмировал, и у этого меньше последствий тогда. Хорошо ли это? Да, сиюминутно хорошо, я смог себя сдержать. Выплеснуть эмоции на своих родных, да, ну тоже, да, все же вылил, подавил, либо вылил, да, крайности, ну вот опять, жизнь показывает, что крайности не всегда хороши, и нужно нечто среднее, а мы, в общем-то, за то, чтобы эмоцию перерабатывать и находить способ обхождения с ней, да. Да, вот эти способы, которые здесь, да, мы так даже отметили здесь, что они спорные. Потому что вот когда быстро надо, да, вот можно этим воспользоваться, но вообще-то эмоция сама никуда не денется при таком раскладе. И даже более того, есть сейчас уже новые исследования, например, сейчас ряд психологов не согласны с тем, что агрессию стоит разряжать вот через, да, например, ну, были разные техники, да, значит, там, что кричать, что-то бить. Так вот, есть исследования, которые говорят сейчас о том, что это может, наоборот, ее усиливать, да, эскалацию такую, да, поэтому неоднозначно. Но если надо вот быстро снять немножко напряжение, то, конечно, это хорошо работает.
Да. Поругаться тоже. Поругались, стало легче. Но ситуация-то возвращается, и, соответственно, нужны еще какие-то способы, поэтому давайте про них тоже поговорим. Да, мы предлагаем два способа. Первый из них – это алгоритм управления собственными эмоциями. Вот простой, который, в общем-то, ну, практически к любой эмоции мы можем приложить. И он достаточно такой доступный, он не требует какой-то там подготовки специализированной. Да? Вот. Первый шаг – это осознать свою эмоцию, вот понять ее. Да? И мы с вами уже в этом тренировались. Да? Что я сейчас чувствую, да? Можно себя спросить. Да? А затем назвать для себя вот эту эмоцию. Я чувствую там, тревогу или раздражение. Да? А потом можно перейти к следующему шагу. И сказать, вот, например, я сейчас чувствую раздражение, а что я могу в этой ситуации с этой сделать, вот с этим, да, в связи с этим раздражением, да, что, как я могу обойтись с этим, что я могу сделать для себя. И тогда я решаю, куда направить вот эту эмоциональную энергию. Вот. И тогда уже четвертый шаг – это осуществление действия. Я вот так с собой поговорил, да, и это действие, оно у нас происходит через анализ ситуации. Вот опять-таки мы от правого полушария к левому, да, такая взаимосвязь получается. А, и вот такой общий алгоритм, а сейчас возьмем более частные два случая, да, да. Это случай, например, когда мы рассержены, да, когда у нас возникает агрессия, как можно здесь поработать. И вот тот алгоритм, который здесь приведен, мы немножечко тут дополнили теорию, да, и привнесли из экзистенциальной аналитической теории сюда такой, ну вот, на наш взгляд, очень практически рабочий инструмент в обхождении с агрессией. Что здесь важно сделать? Значит, задача такая. Первый – пройтись по шагам. Да. Первый шаг – описать ситуацию только фактами. Описать, что конкретно произошло. Вот прям отделив от эмоций, да, вот прям включив только рациональный ум, здесь, да, только восприятие важно включить, да, и вот такую, ну, вот логику, да, просто вот что произошло. Что сказал мой партнер, например, да, или что сказал преподаватель, или что сказала мама, да, там вот что случилось. Mm-hmm. Второй шаг, вот такой разворот извне вовнутрь, спросить теперь себя, а что во мне оказалось под угрозой, когда вот это произошло, когда вот мой друг это сказал, например, или вот когда такая ситуация произошла. Потому что за агрессией, агрессия – это как вторичная эмоция, за ней всегда лежит что-то более глубокое, какое-то чувство, какая-то угроза всегда, да, и вот важно эту угрозу обнаружить. Злость никогда не возникает просто так. И третий шаг такой, ну, это вот когда такая уже, когда такая рефлексия осуществлена, можно спросить себя, а что хочет моя агрессия? Что конкретно она хочет защищать сейчас? Вот эта волна энергии, которая поднимается, да? Да. Вот эти слова, которые практически уже вылетают изо рта, да? И, может быть, даже уже рука замахивается, да? В некоторых случаях это ужасно, конечно, да? Но бывает и так. И важно понять, это что, это для чего, на что это направлено, на защиту чего внутри меня. И четвертый шаг очень важный, да, это уже вот про ответственность, это выбрать способ. Как правило, когда вы прошли эти три шага первых, эмоция уже снижается, потому что вы уже подключили другую часть мозга, да, уже такой баланс пошел, уже не просто эмоция, уже там есть дистанция, уже я на это смотрю как-то, рассматриваю внимательно, разделяю, понимаю, принимаю свою эмоцию и понимаю, про что она. И тогда становится возможным вот этот четвертый шаг. Выбрать способ, как правильно себя защитить, но не разрушить, например, отношения. Что имеется в виду? Прям очень конкретные вещи. Подобрать слова, место, время, форму. Как важно в этой ситуации. И иногда мы можем себе сказать, нет, здесь действительно важно достаточно жестко как-то отстоять свои границы. А в какой-то ситуации я скажу, нет, здесь так нельзя, это может быть разрушительно. Я сейчас здесь как-то я обязательно скажу, но я очень аккуратен буду в том, какие слова я выберу. Вот эти шаги можно тренировать в моменте, но иногда сразу это бывает трудно, потому что эмоции очень сильная агрессия, это да, очень большое количество энергии. Поэтому можно тренироваться на ситуациях произошедших. Ну, когда я рассердился, да, для несколько ситуаций, прямо расписать их вот по этим шагам. Когда вы при этом, доходя до действия, даже если вы уже сделали по-другому, можно прописать, а как бы было хорошо. Да, вот какой-то новый способ, да, здесь. Как было бы хорошо, и вообще в этой ситуации было бы хорошо увидеть,
А что дойти до третьего шага, увидеть, что агрессия хочет защитить, да, и внимательно на это посмотреть. Потому что очень часто агрессия возникает именно на этом месте, где угроза приближается к чему-то ценному, значимому, да, что я уже тогда должен защищать. Да? Да, это не обязательно физическая угроза, как вы понимаете, да, иногда это и так. Вот, но иногда, часто это угроза, может быть, самоценности, да, другой, что-то такое очень важное для меня, например, обесценил, да, или в чем-то меня не увидел, в чем мне очень важно, не всерьез отнесся, например, да, или проигнорировал мои чувства, или заставляет меня делать что-то бессмысленное, да, и тогда под угрозой мой смысл может быть. Ну, это вот я перечисляю, чтобы понять, что это вот не только физическое, да, потому что там не физическая угроза, там иногда действительно бывает мгновенная реакция. Вот. А речь идет о каких-то еще других моментах. И еще один метод, который мы приводим вам здесь и предлагаем, да, это метод укрепления мужества, да, тоже такой более точечный, да. Бывают ситуации, когда нам мужество абсолютно необходимо, да. Это сложные ситуации, да, когда я не могу на что-то решиться, да, например, да, или когда мне страшно. Ну, например, каждый раз иду на экзамен, но все равно страшно, даже если все выучила. И есть чувство, что все выучила, все равно где-то там маячит. А вдруг? Да. А вдруг что-то пойдет не так? Или решиться делать что-то новое, например. О, да. Да. Или взяться, или начать готовиться к этому экзамену. Да? Бывает, страх перекрывает саму возможность начать заниматься. Да? Я не смогу, да. И ужас, я не смогу, это никогда, это очень сложно. И тогда мы предлагаем вот такой алгоритм. Ну, во-первых, это замерить шаг. Посмотреть, может быть, слишком большой шаг я взял, и поэтому мне не хватает мужества, да, но если я решил сходу запрыгнуть на самую высокую гору, да, то вряд ли, но, может быть, и могу, кстати, у кого-то просто... достаточно, может, у меня его, но вот просто сейчас у меня его, может быть, мало, да, это слишком высокая планка. А иногда, может, и невысокая, но вот этот шаг, он же про то, чтобы посмотреть именно на это, да, то есть вот... Может быть, я себе на этот вопрос отвечу, о, да это мне по плечу, да, это гора большая. Но и у меня достаточно ресурсов, там, каких-то способностей, да? Там, чтобы сразу вот туда. И тогда можно посмотреть на ситуацию, да, додумать что-то до конца. Вот это как раз-таки мужество уже укрепляет, да. И посмотреть на свою мотивацию, да, почему я хочу вот это сделать. И посмотреть, каковы будут последствия, что может быть в итоге, если я это сделаю, да. Или если не сделаем. Да. И дальше мы можем переходить к третьему шагу. Да, здесь важно соотнестись с самим собой. Посмотреть, а где мои границы? Да, вот где оканчиваются границы моих возможностей? Да, докуда они доходят? Да, потому что если мы пытаемся решиться на что-то, что уходит за мои границы... То, за пределы возможного. Да, да. То тогда это только дестабилизирует, деморализует, да, так мотивация снижается, то, что как невозможно. Да. И затем уже важен четвертый шаг, это самодистанцирование. Вот может возникнуть страх, и вот здесь нужно понимать, что он может быть, он все равно может быть, да, и не ждать, что его не будет, да, потому что это нечто естественное, да. Особенно, например, когда мы что-то новое осваиваем, да, действительно может быть страшно, да, могут быть опасения. Важно отделиться здесь от этого страха и сказать себе, что я – это не мой страх, да, я не весь страх, да. Страх – это, ну, скорее вызов, да, это вызов. И если вот так отделиться и посмотреть на страх, да, как на вызов, вот тогда как раз-таки наше мужество, оно такое собирается в единую точку и центрируется. И тогда оно позволяет нам как раз-таки поднимать себя, да, и идти на этот страх, да, и идти на ту задачу, которую мы перед собой ставим. И здесь мы идем дальше. Переходим, да, к третьему квадранту. И здесь мы говорим уже про осознание состояния других. Да? Вот мы говорили про себя, а теперь про два квадранта будут про других. Способность, да, такая тоже, способность точно считывать эмоции других людей и понимать, что с ними происходит на самом деле.
Вот на самом деле, ну, я думаю, что это вы уже поняли, да, что в основе распознавания эмоций и состояний других людей лежит вот то самоосознавание, про которое мы говорили. Да, потому что если у меня нет этой тонкой дифференциации, то про других, то мне точно будет ничего не понятно. Дальше. Что важно? Что мы можем использовать для того, чтобы к этому осознанию состояния других прийти? Ну, мы можем использовать как внешние какие-то вещи, так и внутренние. Вот мы про те, про других поговорим, наверное. Внешние – это так называемые невербальные проявления, наше невербальное поведение. Вот считается, что то, что говорит человек, содержание его речи, это какая-то очень маленькая часть от того, что он нам сообщает. Многое человек сообщает через свою мимику, голос, интонацию, жесты, позу, звучание голоса. Все это нам, опять же, не очень осознанно, может быть, даже, да, но дает понять о человеке гораздо больше. Если мы будем наблюдательными и смотреть за этим, то мы уже можем составить какое-то первичное представление о том, как чувствует себя человек, который с нами говорит. Да, и даже некоторые психологи говорили о том, что можно тренироваться, да, вот, в этом осознании состояния других людей, рассматривая фотографии. Но здесь есть такой спорный момент, да, потому что, ну, помимо все-таки мимики, да, на которые мы там можем смотреть на фотографии, вот, человек – это гораздо что-то большее, глубокое и непостижимое. Да, поэтому здесь важно учитывать еще и другое. Да, и смотреть все же, ну, хочется сказать, на живого человека, да, и не на фотографии. Да, ну, в частности, это же Пол Экман, да, проводя эксперименты, пытаясь понять, какие люди врут, какие нет, да, он, такие были лабораторные эксперименты. И он в своих экспериментах предлагал людям там просмотреть порядка там 300 фотографий с какой-то эмоцией человека, да. И результаты его экспериментов показали, что тогда люди как бы легче воспринимают. Но есть и другие исследования, которые говорят о том, что видя эмоцию и вообще внешний вид человека, мы склонны еще что-то приписывать. И тогда человек, который выглядит угрюмым, мы там ему еще целый вагон добавляем чего-то, да, чего не на самом деле. Да, ты сердишься на меня, может сказать, или подумать, да, или может так подумать про другого. Тогда как другой может быть просто задум. Так у него выражается задумчивость. Да? Мы с вами в нашем опыте с таким сталкивались, это очень интересно. Мы можем обсудить такие вещи, это иногда очень обогащает. Вообще говорить с другим про вот эти вот несостыковки, да, можно обнаружить и очень многое для себя открыть, на самом деле. Поэтому вот следующий наш пункт, да, учитывать опыт общения с конкретным человеком, да, помимо того, что я знаю про невербалику, да, что улыбка – это значит радость, но еще есть конкретный опыт, да, некоторые люди улыбаются, когда смущаются или напрягаются, например, да, смотря какая улыбка. Да, мне кажется, определенный наклон головы, моей мамы очень точно показывала мне, что я не помыла посуду, из какого-то момента я стала очень четко понимать вот эти градации наклона головы, и это абсолютно невероятно. Да, в общем, все не так просто, как иногда по фотографии может показаться. Хотя это упражнение можно, как вот такое первое самое, да, ну, можно использовать, оно хорошее. Вот, если мы дальше продвинемся, да, по нашей структуре, ну, вот важно еще, что, да, пытаясь осознать эмоцию, да, и даже эмоциональное состояние собеседника, ну, важно держать в фокусе еще контекст беседы, какую-то ситуацию, да, вот что сейчас происходит, что этому предшествовало, да, вообще про что мы говорили. Вот, и также очень важное понятие. Да, эмпатия, да, вот в частности сам Голман отдает такой весомый кусок в своей книге эмпатии, говорит, что по сути дела это то, что позволит не только каждому отдельному человеку лучше проживать свою жизнь, да, потому что эмпатия позволяет вчувствоваться в переживания другого человека и лучше его понять. А если мы понимаем лучше, то мы можем и поддерживать, и влиять, и наши отношения с человеком, а если еще он тоже эмпатичен, да, могут улучшаться. И вот в частности Голман, он говорит, что люди, которые имеют развитую эмпатию, они добиваются успеха быстрее, им легче, да, потому что они могут так чувственно ухватить переживания другого человека.
Ну да, здесь очень вот, и мы с сыном, когда готовились к вебинару, говорили, да, о том, что вот эта эмпатия, да, это, пожалуй, ключевое, да, за счет чего можно осознать эмоции других людей. Потому что нам бы хотелось вам сказать, что, знаете, есть 10 простых признаков, как определить, что чувствует человек, но это не так. Да, здесь нужно без себя, не задействуя свой вот этот инструмент внутренней эмпатии, такую сонастройку с другим, да, настроенность на него, соотнесенность со своим чувством, да, невозможно хорошо и по-настоящему понять, что происходит с другим. И вот, кстати, об этом нам уже дальше говорит и феноменология, да? Да? Вот про сонастройку и про себя, да, вот мы решили сказать об этом, да, это скорее такой психологический инструментарий, да, то, чем мы с Юлей пользуемся в работе, да, это метод познания, который позволяет понять вещи изнутри и увидеть сущность, да, то, что в человеке, ну, очень узнаваемо. Да, то сущность, то, что нельзя ни с чем другим перепутать. Да, да. Что-то существенное именно для этого человека в данный конкретный момент. Да, такой очень отличительная какая-то особенность. Да. И вот для того, чтобы вот так феноменологически посмотреть на человека, нужно, ну, во-первых, вот то, о чем же Юля сказала, отодвинуть в сторону свои представления. То есть я просто открыт, да, быть открытым, я открыт, я отодвигаю свои представления. И просто смотрю, просто смотрю на человека. Я готова слушать и смотреть. Для феноменологии необходимо место, где мы можем просто спокойно, например, разговаривать. Да, нужно время, потому что для того, чтобы всмотреться, да, такой очень внимательно, да, в другого человека, действительно нужно уделить еще этому время. И очень важно приблизиться, потому что, находясь на дистанции, да, такой далекой, нам сложно вчувствоваться и сложно ухватить вот эту эмоцию. И тогда вот как раз-таки и эмпатия тоже недоступна. Да, причем под приблизиться мы не имеем в виду близкие отношения, мы имеем в виду вот этот момент. Да, момент, вот по сути феноменология, да, если коротко, это я отодвигаю все свое, свои представления и смотрю на человека. Я смотрю, и какое-то чувство в ответ на то, что я вижу, всматриваясь, да, возникает у меня на уровне, опять же, чувств. Да. И я отвечаю себе на вопрос, как это на меня воздействует. Да? И это и есть вот этот феномен, да, вот это чувство, которое тогда приходит. И да, это не значит, что оно всегда будет точным. Иногда важно перепроверить. Мы чуть позже про это будем говорить. Да. Так, про техники активного слушания будем говорить. Но вот, по сути, да, чтобы ухватить это чувство, нужно это. И ну, можно тогда 4 шага, условно говоря, да, что сделать. Да, внимательно смотреть на человека, на его мимику в том числе, да, как он говорит, что он говорит. Но заниматься больше не мимикой, конечно, да, вот этим впечатлением. Вчувствоваться в человека, задать этот вопрос, какое впечатление это на меня производит. И обратиться затем к себе с вопросом, какое мое сейчас впечатление от человека, что с ним сейчас. Что я чувствую в связи с ним? И переспросить себя, потому что иногда это действительно так. Да, здесь нам нужна перепроверка. Это действительно так. Это действительно ли это так? Это очень тоже такой важный вопрос, потому что ну, в конкретный момент мы можем увидеть что-то одно. Да, вот, потому что вот эта сущность, благодаря чему одного человека нельзя спутать с другим, да? Можно ухватить только самый маленький кусочек, да, и каждый раз мы увидим какой-то новый штрих. И здесь тогда очень важно, либо оттенки, да, чего-то. Mm-hmm. Тогда важно нам переспрашивать, действительно ли это так. Mm-hmm. Вот в феноменологии тоже можно тренироваться. Психотерапевтов тренируют в этом специально, психологов, да, психологических консультантов. Но ничего не мешает обычным людям, да, можно там с друзьями, с близкими, да, вот просто не обязательно им об этом сообщать, прям, да, можно попробовать вот такую настройку делать. Да, иногда, кстати, очень важно посмотреть, например, на своего партнера, даже если уже ты с ним живешь вместе, там, не один год, а просто утром встать и вот таким открытым взглядом посмотреть, а какой он, а кто он. И для этого даже, и, кстати, не обязательно быть в диалоге. Это можно делать так, смотреть на дистанции, да, просто так внимательно, открыто посмотреть. Иногда можно увидеть что-то новое. Да, бывают сюрпризы, потому что мы иногда смотрим на человека сквозь призму своих каких-то уже, ну, во-первых, тех отношений, которые между нами сложились, во-вторых, через призму каких-то своих установок, которые у нас есть. А вот когда такой открытый взгляд, я все это отодвигаю, можно увидеть, почувствовать что-то новое.
Чувства могут оживиться. Да. И мы идем дальше, да, как, и переходим уже к способности налаживать отношения. Вот на основе распознанных эмоций мы можем успешно руководить взаимодействием. Но, безусловно, да, вот это уже не новость. Мы уже говорили, что нужно пройти успешно все три шага, осознавать свои состояния, управлять ими и осознавать состояние других людей. Вот владея этим, тогда уже можно управлять успешно отношениями. Да? И, конечно, важно четко понимать причинно-следственные связи. Мы должны отдавать себе отчет в том, что наши действия влияют на эмоциональное состояние собеседника, да, и какие эмоции они могут вызывать, mm-hmm. да, вот, и даже Голман, да, помнишь, он метафору приводит, да, про водителя в книге. Да, про водителя автобуса, ну, такая просто она сюда немножечко, да, проиллюстрирует. Водитель автобуса, такое хмурое было утро, и люди заходили в автобус там, на разных остановках, и он нам всем говорил «доброе утро», улыбался им, но никто не реагировал, все так же хмуро продолжали, следовали там к своему месту. А дальше этот водитель решил не остановиться и по ходу следования комментировал, да, где какая премьера произошла, какой новый магазинчик открылся, а какое там новое дерево там расцвело. Вот. И люди, выходя из автобуса, когда он прощался с ними, уже тоже улыбались ему в ответ. Вот это иллюстрация того, как мы на самом деле, да, можем, что мы не просто вот, да, человек пришел к какому-то настроению, и ничего с этим поделать нельзя, да, только вот, ну, так. Бывает и так, да, бывает, что трудно повлиять. Но очень часто мы можем своими действиями, словами влиять, и состояние другого человека может меняться. Вообще, в принципе, мы уже в начале вебинара об этом говорили, но здесь, наверное, уместно еще раз повторить. Мы напрямую на эмоции влиять не очень можем. Да? Мы не можем взять и так, переключить что-то, чтобы состояние поменялось. Но мы можем через действие, вот мы делаем что-то другое, и эмоция меняется. Это можно делать с собой, да? В прямом да. смысле, переключая деятельность, да? И по-другому начиная что-то делать, менять свое состояние. И то же самое с другим. Вот. Такой. Да, мы так влияем друг на друга. Я сейчас подумала о том, что так иногда мы это даже неосознанно делаем. Моя дочь иногда утром может проснуться, подскочить, подпрыгнуть на кровати и сказать: «Какой хороший день!» И это уже, и если вдруг в этот момент так всерьез оглянуться, ты начинаешь по-другому на этот день смотреть. Вот эта эмоция, она влияет и на меня тоже. Я начинаю смотреть, а что в этом дне хорошего? Да, или вот иногда в семейной психотерапии, которые тоже психологи, которых я знаю, говорят о том, что ну, люди иногда совершают ошибку, у них, например, какая-то сложность возникает в отношениях, какая-то плохая эмоция появляется. Они говорят, ну, я подожду, когда поменяется, вдруг там, любовь вернется, тогда я буду делать какие-то хорошие поступки, да. говорить хорошие слова, чтобы это было искренне же надо, да, надо чувствовать это. Вот, и вот эти психотерапевты говорят, это в корне неверно, да, вы начните делать что-то и говорить, например, доброе утро друг другу, а чувство будет меняться в ответ на действие, действительно так работает. И тогда мы предлагаем уже конкретные действия, да, вот, чтобы налаживать отношения, да, с людьми, которые рядом. Ну, мы, в том числе, да? В том числе, да. да. Это не, как это сказать, это не единственный инструмент и не исключительный, да? Но, тем не менее, вполне действенный. Мы предлагаем вам использовать активное слушание. Это важный навык, который позволяет понимать собеседника и сопереживать ему. Важно сосредоточиться на разговоре, на собеседнике. Важно периодически смотреть собеседнику в глаза и внимательно слушать, вот, что он мне говорит. И, конечно, лучше забыть про телефон, потому что если вы находитесь в диалоге, периодически отводите взгляд, это, безусловно, производит впечатление, что вы мало присутствуете в разговоре, и это может быть даже неприятно. Тогда активное слушание уже перестает быть активным. Да, не получится. И второй пункт, да, тоже. Не перебивайте. Да? Вот иногда бывает, что мы слушаем другого, как будто бы, а внутри говорим не с ним, а с собой. Мы уже копим там кучу возражений или аргументов, что я сейчас отвечу, и тогда мы с другим не говорим в этот момент и не слышим его. Вот. Поэтому здесь важно, да, не вести этот диалог с собой, а дать договорить. Даже если кажется иногда, что уже все поняли. Порой это ошибочно.
Да. Важно подводить промежуточные итоги. Да, вот как только собеседник свой монолог завершил, и есть такая пауза, вы можете сказать, там, ну, а я вот поняла, ты вот это имела в виду, да? Мы на слайде указали фразу, мне кажется, даже такую избитую уже, правильно ли я вас понял, она не обязательно должна быть таковой, да? Это я поняла, что ты говоришь так-то, или а ты вот это имеешь в виду, или вот сейчас, ну, вот у тебя так сложилось. Ну, то есть здесь просто мы фиксируем, да, и здесь формулировка может быть, по сути дела, любой. Это позволяет нам убедиться в том, что мы правильно поняли, да, а собеседник, правда, тогда понимает, ну, что мы его слушали, и что нам было интересно, что мы включены в диалог. Можно еще, ну и хорошо даже, да, задавать вопросы, уточнять что-то, включить такое. Здесь важно, чтобы эти вопросы были неформальными, да, действительно включить такое естественное любопытство, да, вот если мы вслушиваемся, если мы не внутренним диалогом заняты, а собеседником, то нам, правда, может быть интересно, а вот и это как, да, а вот как он к такому заключению пришел, да, вот, и задавая эти вопросы, мы можем очень так углубиться, да, действительно повлиять на, ну, во-первых, это всегда углубляет контакт, неизбежно да. просто, да. Во-вторых, ну, это всегда какое-то хорошее такое, да, настроение может быть, потому что когда человек слышит, понимает, дают ему понять, да, что он важен, ну, естественно, что его состояние может поменяться. Да, и это обогащает обоих тогда, да, в диалоге. Важно делать паузы, да, не отвечайте, как только собеседник закончил. Пауза дает возможность нам самим собраться с мыслями и как-то обдумать услышанное. А сам собеседник, с которым мы находимся в диалоге, может еще добавить какую-то подробность, да, еще что-то пояснить. Поэтому вот просто делайте паузу. Это действительно бывает важным для развития диалога парадоксальным образом. Ну и действительно, да, это вот такая вот техники активного слушания достаточно много, их, правда, хорошо применять, они помогают выстраивать, да, какой-то диалог, отношения. Ну и это, подводя итог, хочется сказать, что еще, конечно, смотрите на то, что я могу сделать. Не воспринимайте какую-то ситуацию, как вот, и все. Вот, у человека плохое настроение, и все, чего я могу. Посмотрите, поэкспериментируйте в том, как вы можете влиять. Пробуйте разные способы поведения, реагирования, вносите себя в отношения, да, и смотрите, как все меняется, как на самом деле, насколько на многое вы можете влиять на самом деле. Да? Да, включайтесь, и жизнь будет более яркая, интересная, да, будет обогащена эмоциями и будет более наполненной, будет так чувствоваться более интенсивно. Ну, а мы напоминаем вам о том, что мы здесь для вас, и мы также проводим индивидуальные консультации, да, если с чем-то сложно разобраться, если эмоции захлёстывают, и очень трудно даже следовать тем хорошим алгоритмам, да, про которые мы иногда рассказываем. Да. Приходите, будем разбираться вместе. Наши контакты перед вами, вы можете написать нам на почту, записаться на консультацию. А мы с вами прощаемся. Вам хорошего дня и отличного настроения. Да, до новых встреч.